овощи глы. А, это не мой канал. Приветствие у меня другое. Привет, халявщики. Это я не выиграл на халяве. Так, я выиграл вот эту штуку. Так, вот, приложение, да? Только в приложении выигрывается. Вот, все, что я выиграл. Раз, два, три. Какой-то контроллер с настройками, с программой для регулировки реле по температуре. Так, а если на Алиэкспрессе заказываете, то у нас есть расширение для браузеров Leti Shops. За все время я вернул себе 2300 рублей. Вот, у меня уже почти серебряный статус. Так что ссылка в описании. Так, что у нас там пришло? Так, это все для деда. Так. Так, это нам надо, значит, провод. Аккумулятор, контроллер и БМС-ка, мотор. Так, это нам не нужно. Так, датчик, тут уже температуру подключим. Блок питания у нас есть. А, кстати, тут подписано, что на 5 вольт этот контроллер температуры. Поэтому 5 вольт я поставил. Плюс-минус тут подписано. И реле, где размыкается. Так, минус. Раз и два. Точнее, плюс. Вот, я включил щелчок. Так, реле щелкает. Вот так светится. Показывает, что здесь 29. Какая-то неточность. У меня нет градусника в комнате. Так. А нижнее значение — это при какой температуре будет отключаться, допустим, вентилятор охлаждения. Так, здесь можно убавлять. Вот, выключился. Так, включайся. Вот, включился. Сброс. Так, что-то удерживать тут надо. Какие-то программы. Разбираться надо. Сегодня не обзор, а то, что товар работает, пришел. А, этот товар стоит 600 рублей. А мне он достался сколько там копеек? Сколько? 64 копейки, вот. Весь товар 64 копейки. Раз, выигрыш, два, три. Там можете в предыдущих видео посмотреть. Вот и все. С вами был Кот. Черно-белый. Давай, помыши ручкой, лапкой. И этот волосатый спит тут. Волосатый. Пушистый. Помыши лапкой. Вот. А он спит. Все, ладно. Не мешай. Всем пока.